В Ивановском центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» устроили день лекций и тренингов. Руководители с большим опытом поделились секретами успеха с начинающими коллегами. Кроме того, специалисты консультировали всех желающих по вопросам налогообложения, кредитования и прочим аспектам ведения дел. После того, как мы открылись и спрашивали начинающих предпринимателей, а что же им нужно для легкого старта, они однозначно говорят о том, что им нужен наставник. Наставник – именно тот человек, который уже прошел этот момент открытия и успешно сейчас развивается. Специальный гость – основатель международной компании-производителя зубных паст «Сплат» Евгений Демин. В Иваново он приехал с мастер-классом о том, как вывести свое дело на международный уровень. Отметил, что у ивановских компаний большой потенциал. Чтобы выйти за пределы региона, необходимо больше внимания уделять маркетингу и пользоваться механизмами государственной поддержки. Если ты задумываешь продукт сразу как глобальный, это позволяет тебе быть более конкурентоспособным на домашнем рынке. У тебя уже продукт международного качества, значит, соответственно, здесь тебе будет проще. Если ты думаешь об этом с самого начала, значит, ты уже поизучал лучшие практики. Если ты посмотрел, что сделано в мире, значит, ты точно можешь поднять планку выше, чем есть в твоем регионе. Поэтому вопрос о том, когда себе ставить такую цель, для меня он очень простой. Ставить с самого начала. Когда делать это технически? Ну, наверное, тогда, когда появилась уже внутренняя готовность, ресурсы и поддержка команды для того, чтобы сделать этот шаг. Чтобы продукт понравился потребителю и завоевал свою долю рынка, необходимо изначально создавать его лучше, чем у конкурента, а также добиться того, чтобы он нравился самому. Если соблюсти несколько простых правил, уверен Демин, даже региональный бизнес вполне может рассчитывать на международное признание. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.